Глядачі, вистоємо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Из-за Хаймерс Россия проигрывает третий этап войны с Украиной, считает Юлия Латынина, залишима мовою оригиналу. Нехай хоть тут россияны почуют правду. Десятки складов оккупационной армии РФ пылают на южном и восточном фронтах в Украине. Это тыловые объекты, расположенные на расстоянии в 60-70 километров от линии фронта. По ним работают реактивные системы залпового огня РСЗО Хаймерс, которые поставили крест на российской тактике ведения войны. Об этом говорится в блоге российской журналистки Юлии Латыниной на Facebook.

из-за «Хаймерс» Россия проигрывает уже третий этап войны с Украиной. Первый этап предполагал трехдневный блицкриг с взятием Киева. С ним Россия потерпела сокрушительную неудачу. Второе – отрезание Украины от Черного моря, что также не получилось. У Москвы были иллюзии насчет третьего этапа. По большому наступлению на Донбассе, однако они начали рассыпаться с появлением УВСУ «Химарсов». Тактика ВСРФ, отметила Латынина, заключалась в неумолимом – наползании военной машины РФ на позиции ВСУ, и их огненным валом и пушечным мясом. Однако России не удалось навязать Украине такую тактику войны. Последняя неделя эту иллюзию уничтожила. Российский фронт, вернее его тыл, горит весь. Это горят не склады. «Это горит российское наступление, это горит сталинская военная стратегия, взятая на вооружение генералами РФ. Наступать пушечным мясом за огненным валом, беспорядочно, неприцельно ведя огонь по площадям», – написала Латынина. Она отметила, что по последним данным ВСУ уже удалось уничтожить до 20% запасов боеприпасов российского контингента в Украине. Наступление в СРФ начало захлебываться по простой причине – дефицит снарядов. И как только украинцы окончательно истощат российских оккупантов, этими атаками реактивной артиллерии начнется долгожданное большое контрнаступление. Отметим, ранее в Петровском районе оккупированного Донецка прогремел взрыв и началась детонация боеприпасов. О взрыве на заводе транспортного оборудования в Донецке, где армия Путина обустроила свои склады оружия, сообщают местные телеграм-каналы. Оккупационная власть города подтверждает прилет по территории предприятия. Были слышны мощные взрывы, продолжалась детонация боеприпасов российских оккупантов около 10 часов. Над заводом долго был Виден столб дыма. Как рассказал The Wall Street Journal, член одного из экипажей этих РСЗО, лейтенант Коваль, эффективность системы проявилась уже в одном из первых ударов по штабу ВСРФ во временно оккупированном изюме Харьковской области. В результате удара Хаймерс были ликвидированы 17 российских военных, в том числе полковники и 2 майора, а еще около 20 получили ранения. Кроме того, на сегодняшний день на счету американских РСЗО также уничтожены казармы с большим количеством солдат-противника и склада с боеприпасами в Зимогорье, Луганская область. Мы мечтаем иметь боеприпасы большей дальности для Хаймерс, чтобы поражать более важные цели, поделился Коваль. Он также рассказал, что украинские экипажи работают преимущественно ночью, чтобы минимизировать риски быть обнаруженными российскими беспилотниками. Если же используется одновременно сразу несколько машин, то только с разных позиций. Кирилл Михайлов, исследователь конфликт Intelligence Team в интервью радио НВ, поделился наблюдениями военных аналитиков, которые подтверждают все более активное применение «Хаймерс» на фронте. По его словам, это показал и недавний пример удара по аэродрому оккупированного Мелитополя. Там жители насчитали до 18 взрывов, что дает основания полагать, что были применены до трех пакетов «Хаймерс», отметил Михайлов. И как мы видим на карте НАСА, показывающей именно места пожаров, эти удары были нанесены именно по аэродрому, где, как говорил мэр Мелитополя и также свидетельствуют спутниковые снимки, журналистами. Сейчас расположена большая российская база, и именно эта база и была поражена, и как также пишут на пророссийских форумах, в больницах Мелитополя большое количество раненых, и она даже закрыта, пройти туда сейчас нельзя. Михайлов назвал этот удар очень результативным и напомнил, что в Великобритании украинские экипажи уже тренируются на системах залпового огня М270, которые добавят эффективности ВСУ вместе с Хаймерс. До зустрічі, глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мы сила!